получил посылку с Якутии от мастера якутского Владимира Эдуарда. Нож, розыгрыш был 20 мая. Отправку сделали по моей просьбе позже, так как меня дома не было. Разыгрывалось в том розыгрыше 3 ножа. Вот все приходит в таком фирменном пакете. Его герб, так сказать, кузни. Запаковано все по-серьезному. И вот сам нож. Сертификат. Вот он, долгожданный дядя Вова. Шейник. Клеймо мастера. Рога чебуком. Ручка сделана практически по моей руке. Почему выбрал шейник? Потому что у меня уже есть 2 ножа. Один в бычьем хвосте приобретал тоже у Эдуарда. Нож показал себя очень хорошо. Еще со старым клеймом. И второй нож у меня в коже, тоже старое клеймо, сталь на всех ножах РВЛ. Ножи приобретались не на заказ, 2, а по свободной продаже. Большое спасибо Эдуарду, ножи работают очень хорошо. Так что в розыгрыше участвуйте, выигрывайте таких красавцев. Вырубайте.